Доброе утро, дамы и господа. Итак, в эфире очередная программа «Контакт» с Александром Грантом. И знаете, с чего мы начнем? Я напомню вам старую советскую песню «Пути дороги» на словах Фогельсона и музыку Соловьева-Седова. И там есть наверняка знакомые старшему поколению слова: «Мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем». Ну вот считайте, что стол, за которым мы приземлимся, это стол нашей студии. А любимая песенка сегодня в России, да и как выходит во всем мире, одна. И звучит она вот так, пожалуйста. Ну, как вы уже хорошо знаете, декорациями этого замечательного выступления были не театральные кулисы, а самый настоящий храм Христа Спасителя, самый большой православный храм в столице, нашем городе Москве, который когда-то при Сталине взорвали, потом на его месте сделали плавательный бассейн и уже после распада Советского Союза восстановили. Ну а участницы этого замечательного выступления — четыре девушки из группы Pussy Riot, а вообще участников называют Балаклава, Блонди, Вожа, Городжа, Кот, Манько, Похлебка, Серафима, Терминатор, Тюря, Шайба, Шляпа и Шумахер. Ну а троих из них, как вы знаете, в прошлую пятницу, 17 августа, суд Хамовнического района в городе Москве приговорил к 2 годам колонии общего режима каждую. Это взорвало международную общественность похлеще украинского голодомора, сталинского террора и ГУЛАГа. Только об этом и говорят. И сегодня мы побеседуем на эту тему с участницей сегодняшней передачи, моей коллегой, журналисткой Еленой Еланской. Елена, доброе утро и доброе спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Значит, Лен, чтобы нам, так сказать, мыслить в одних весовых категориях, я сначала познакомлю тебя и наших зрителей, так сказать, с юридическими формулировками, которые будут мелькать по ходу нашей сегодняшней передачи. Итак, трех девушек, Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич, судили по обвинению в части 2 статьи 213 УК Российской Федерации «Хулиганство по мотивам религиозной ненависти». Цитирую, что это за статья по Уголовному кодексу России. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражде,
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, и совершенная группой лиц по предварительному сговору наказывается штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 7 лет. В приговоре этим трем девушкам сказано, что они при неустановленных обстоятельствах вступили в преступный сговор с целью совершения грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу. Содержание песни, исполненной девушками в храме Христа Спасителя, суд признал богохульным и оскорбительным для верующих и священнослужителей. Ну, текст этой песни вы только что услышали. Кстати, как многие говорят, в храме они этих слов не произносили, они позже были подмонтированы, но что-то они сказали. На всякий случай, позже я вас познакомлю с текстом этой песни, так сказать, в исполнении соло Александра Гранта. Далее, защита утверждала, что их никак нельзя обвинять в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, а говорит, что они максимум совершили правонарушение, административное правонарушение. Зачитываю статью 201 Кодекса об административных правонарушениях, то есть мелкое хулиганство. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Напомню, что девушки были арестованы, по-моему, в мае. Одна 2/6 и одна 15. Далее, поскольку заходит речь о том, что же с ним будет дальше, зачитываю вам статью 79 Уголовного кодекса Российской Федерации. Условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным не менее 1/3 срока наказания, назначенной за преступление небольшой или средней тяжести. Итак, треть от 2 лет – это 8 месяцев. Пусть и содержатся под стражей уже 5 месяцев, то есть через 3 месяца они могут быть освобождены. Далее в нашей беседе наверняка промелькнут такие слова, как «феминизм», поскольку Pussy Riot утверждают, что они феминистки и борются за торжество феминизма. Читаю по словарю: феминизм, от слова «фемина» – женщина, общественно-политическое движение, целью которого является предоставление женщинам всей полноты гражданских прав, в широком смысле стремление к равноправию женщин с мужчинами во всех сферах общества, в узком смысле женское движение, целью которого является устранение дискриминации женщин и уравнение их в правах с мужчинами. И, конечно, мы затронем такое выражение, как движение ЛГБТ, поскольку одним из, так сказать, столпов преследования своих целей Pussy Riot считает преследование вот этой самой группы. Это гей-движение, движение за права сексуальных и гендерных меньшинств, гражданское общественное движение, которое стремится добиться изменений в законодательстве, направленных на обеспечение и защиту прав человека в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов, и способствовать социальной адаптации его представителей в обществе. Такова наша система единиц в сегодняшней беседе. Лен, прежде всего, твое общее отношение к этим замечательным дамочкам. Вот за замечательных дамочек отдельное спасибо. Вы знаете, Саш, я, наверное, выскажу мнение, которое, ну, не поддерживается большинством. Меня интересует ваше личное мнение. Хорошо. Вот смотрите, я безэмоционально к этому постаралась, так сказать, отнестись и проанализировать вообще всю цепочку, которая вот произошла. Итак, давайте изначально посмотрим, что вообще произошло. 21 февраля случилось то, что случилось. Да. Выложен был ролик в интернете, на Ютубе. Качество записи отвратительное, звук отвратительный. И если бы нам через некоторое количество времени вся государственная машина не
показала, что это такое, где это происходит, какие слова. То есть она нам, так сказать, разжевала и вложила, что вот, ребята, привлекло наше внимание как только могло. Когда это произошло, первая мысль, которая у меня возникла, я подумала, слушайте, ну да что креативно православная церковь стала. И лично аплодировала патриарху, конечно. Я думаю, ну вот сейчас, ну дня через 2-3 на авансцене должен появиться патриарх Кирилл и сказать: братья и сестры, вот посмотрите, заблудшие овцы, что они натворили. Но давайте не будем забывать, что сейчас идет масленичная неделя. И, так сказать, элементы скоморошества никто не отменял. А посему давайте простим их. И я лично возьму шефство над ними, буду читать им там проповеди, исповеди. Ну, как минимум, это мог бы сказать Краснобай Всеволод Чаплин. Вот именно, ты понимаешь? И я думала, и все, и опять паства увеличивается, авторитет Кирилла растет и так далее, и так далее. И Кирилл движется в том направлении, в котором он двигался последние там 15 лет. Он нарабатывает личностный авторитет и делает церковь, в, так сказать, более влиятельным в обществе, нежели она, так сказать, находится сегодня, да? И зарабатывает очки, естественно. Однако, и я ждала, честно. И можно по-разному к нему относиться. Я имею в виду патриарха патриарха Кирилла, да? Но отнять то, что он просто гениальный оратор, и на раз, два, три он берет всю аудиторию, вы это прекрасно, наверное, знаете. Да, я слышал его пасхальную речь. Совершенно верно. А я-то была два раза в местах, когда он брал площадь людей, и это была многотысячная аудитория, и он выходил и делал ее, как говорят артисты, да? Поэтому там рядом никто не стоял сегодня. Но там уже сдулся, извините. Ну, смотрите, получается, угу. мы ведь все существуем, так сказать, в неком чистилище между кесарем и духом. Угу. И вы говорите с позиции духа, что, в общем, церковь могла бы использовать этот хэппенинг, да. И зарабатывать такие козыри, которые ей не снились. Вместо этого в дело вмешался кесарь. И начал использовать этот хэппенинг в целях, так сказать, набирания своей земной, секулярной популярности, а не церковной популярности. А вот значит, выше, господа в Кремле решили, что нужно предельно нагнести эту ситуацию. И то, что вот как газета «Гардиан» написала, Путин разжигает костры революции, и у российской власти есть время, чтобы выбраться из той ямы, которую они сами себе выкопали. То есть он решил, вот сейчас я дам этим самым дамочкам по мозгам, по всей строгости закона, а потом прощу их, то есть, так сказать, не освобожу, статья-то до 7, а я им дам всего двушничек, через 2 месяца после этого они будут освобождены, а может еще апелляционный суд вообще через меня отменит все это, и я стану поглавнее самого Кирилла. Потому что народ увидит, кто его истинный защитник. Народу ненавистны подобные явления. Потому что Россия все-таки населена русскими людьми. Так она и называется. Русия. Говорят там по-русски. И основное население все-таки там православные христиане. И для них это совершенно ужасное явление. Это оскорбление, это кощунство, это богохульство. И когда народ увидит, что Кремль с этим борется... Самодержавие, народность, православие, вспомните, 2-3 замечательных кита, на которых стояла Российская империя несколько веков, и все будет хорошо. А получилось совсем нехорошо. Да наоборот, получилось все хорошо. Я думаю, что карту, которую разыгрывал альфа-самец, извините, со своей командой, они убили всех зайцев, которых хотели убить, понимаете? Потому что все события, которые происходили после того, как состоялся арест этих девушек, да, показывают, что режиссер на это и рассчитывал. То есть посмотрите, ведь все дивиденды и весь успех, да, на стороне Кремля опять очередной раз. То есть Кремль ведь не сделал это политическим процессом. Хотя лозунги-то там были политические. Вы хотели исполнить эту друзья песню. Друзья мои, я зачитаю вам, что пишет западная пресса, наша западная пресса после этого процесса. Об этих негодяйках, а иначе я их назвать не могу, потому что то, что я видел, для меня отвратительно. Другое дело, что им за это сделать. Так сказать, выпороть розгами, поставить на колени на горох, посадить на 15 суток. Это уже юридическая оценка, который мы будем решать с юристом. Но оценка мирового общественного мнения о всем случившемся вообще не говорит об этих pussy riots. Звучит только одно слово – Путин.
И только наша замечательная газета «Нью-Йорк Пост» вышла с первой полосой 18 августа, на которой было написано «Пусси Путин». И то. Значит, смотрите, лондонский еженедельник «Обсервер». Пусть Райт в данный момент крутейшая группа на планете, они вызвали такой шок и трепет, о котором наши Sex Pistols могли только мечтать. Путинская Россия – это жестокое, отвратительное место. Лондонская Гардиан. Путин разжигает костры революции, но у российского президента есть время, чтобы выбраться из ямы, которую он сам себя выбрал. Газета вспоминает преследование Навального и обвиняемого по болотному делу и столетний запрет на гей-парады. Daily Telegraph. Путин должен сожалеть о том дне, когда девушки появились в суде. И Pussy Riot превратились в мучениц борьбы за демократию в России, узнаваемых по всему миру. Financial Times. Pussy Riot сделали больше любых других представителей оппозиции для того, чтобы расшатать позиции нынешней власти. Лондонская Таймс. Процент сторонников Путина с момента его инаугурации в мае упал с 60 до 48%. Лондонская Санди Таймс. О судьбе малолетних детей Толоконникова и Олехины, которых могут отобрать у родителей. BBC News и наш Forbes. Российским властям наплевать на критику со стороны мирового сообщества. Французская Le Monde. Приговор девушкам в совокупности с позицией Москвы по ситуации в Сирии приведет к нарастающей изоляции России. Наш интеллигентнейший журнал «Нью-Йоркер». Чтобы укрепить свою власть, Путину придется нейтрализовать нонконформистов. «Нью-Йорк Пост» я уже прочел. И, наконец, «Нью-Йорк Таймс». Девушки становятся просто антипутинской группой. И так далее, и тому подобное. То есть это политизировано до предела. Ничего. И оказывается, на отношения с Сирией это влияет. И, черт вот продолжая что. То, что вы сейчас сказали, я посмотрела мониторинг, да, мировых СМИ. Да. То есть вот этому режиссеру шоу, которое вот устроено в «Пусси Рай», да, я аплодирую. То есть зачет можно поставить. Почему? 88% мировых средств массовой информации каким-то образом этот процесс комментировали. Они показывали его в таблоидах своих и так далее. 86% мировой прессы 17 августа, когда был вынесен приговор этим девушкам, сделали это новостью номер один. То есть за последнее время, кто еще таких рейтингов? Какая новость у нас? Вот так вот на протяжении полугода это ведь происходит. То есть посмотрите, февраль, а сегодня мы живем в августе, да? И все это не ослабевает внимание и нагнетается, и нагнетается, и нагнетается. То есть сделано гениально. И ту конфетку, которую скармливает Кремль западным странам, да, они же делают, вот ваших, да, то, что вы сейчас читали, их же представляют борцами за свободу слова. Антипутинцы. Антипутинцы. Они не борцы за, они борцы против. Вы понимаете, вот эта борьба со знаком минус. Да, и тут он. Наш главный альфа-самец, да? Да. Которому, в общем-то... Старый анекдот. И в это время появляюсь я в белом фраке. Да. Которому все абсолютно все равно, да. Что там пишут. 88%. Да все равно. Слушайте, если бы я, да, и моя команда контролировала 60% мировых энергоресурсов мира, мне было бы все равно, что обо мне говорят, как обо мне говорят. У меня есть, да, джокер в моем раскладе. И в любой, и что бы вы мне ни говорили, вот он. Ничего вы не можете. В замечательной поэме Алексея Константиновича Толстого «История России от гостомысла до наших дней», когда он пишет о Петре Первом, он пишет: «Он молвил, мне вас жалко, вы сгинете в конец, но у меня есть палка, и я вам всем отец». Вот. Это же прекрасно, если просвещенный государь наследует такие афоризмы. Смотрите, на вот это самое стремление сделать из Pussy Riot святых мучениц, оно как-то обеляет хулиганское содержание их формы протеста. Вот блог на Daily Telegraph сравнивает суд над Pussy Riot, вы не поверите, во всяком случае, те из вас, кто знакомы с русской поэзией послереволюционных лет, сравнивает суд над Pussy с преследованием Осипа Мандельштама. Но. Ни много, ни мало. Там еще и Буковского приплели. Да, Буковского. Да. Но давайте сравним мандельштамовское стихотворение про хорошо известного вам кремлевского горца, который, помните, как у Мандельштама, играет услугами полулюдей, кто мяучит, кто плачет, кто хнычет, лишь один он бабачит и тычет.
Значит, против этого вам только что спели. Богородица, дева, Путина прогони, Путина прогони, Путина прогони. Черная ряса, золотые погоны, все прихожане ползут на поклоны. Призрак свободы на небесах, гей-прайд отправлен в Сибирь в кандалах. Глава КГБ, их главный святой, ведет протестующих в СИЗО под конвой. Чтобы святейшего не оскорбить, женщинам нужно рожать и любить. Срань, срань, срань Господня. Срань, срань, срань Господня. Простите, это не мои слова. Богородица Дева, стань феминисткой, феминисткой стань. Церковная хвала прогнивших вождей, крестный ход из черных лимузинов. В школу к тебе собирается проповедник, иди на урок, принеси ему денег. Патриарх Гундяй верит в Путина, лучше б в Бога, сука, верил. Пояс Девы не заменит митингов, на протестах с нами Преснодева Мария. По-моему, не тянет на Мандельштама. Ну, не знаю, вам виднее, но прочитали хорошо. Хорошо, так все-таки, Лен, если говорить о том, что оппозиция в России после распада советской власти, она стала явной, она стала разрешенной, и, в общем, она представлена либеральной интеллигенцией в основном. И в основном это образованные, милые, хорошо говорящие и владеющие русским языком люди. Да, которые до сих пор сидят на кухне и разговаривают о политике. Просто кухня стала шире, мы уже не раз об этом говорили. Ну, раньше просто делали хрущевки, понимаешь? Сейчас кухня радиоуфицирована, сейчас кухня снабжена скайпами, и ты можешь с кухней общаться со всем миром. Но, тем не менее, вот эти красивые слова, на которых говорят либералы, вот сейчас потихонечку подменяется вот этим торжествующим хамством. Ну, это ваше видение. У меня тут, опять же, совсем немножко другой угол зрения. Вот смотрите, у каждого в психологии, опять же, есть такой термин личного пространства, личностного, да? Вот, мое личное. То есть у кого-то он там метр, у кого-то два, у кого-то 50 сантиметров. Когда человек какой-то вторгается в это личностное пространство, субъект уже чувствует себя некомфортно, неудобно и, так сказать, дискомфорт ощущает. Что делает Путин на протяжении, так сказать, уже последних, ну, 10, наверное, лет? Он планомерно уничтожает все, буквально напалмом, да, что приближает, что пытается вторгнуться в это личностное пространство. Стратегия выжженной земли. Совершенно верно. То есть, посмотрите, как только в медийном пространстве, а не на кухне, да, где красиво все это разговаривается, появляется некто, который начинает набирать авторитет среди населения, да, который начинает обретать какую-то реальную власть и влияние на умы и чаяния вот этой, так сказать, массы, его сразу же обливают грязью, что-то там находят, нечто, то есть его дискредитируют. И работа эта ведется по всем фронтам, включая и блоги, и форумы в интернет-пространстве. Посмотрите, только-только начал набирать силу господин Навальный, да? Его тут же замазали с белых, когда он там был советником Все это раздули, и все эти ГБшные штучки, чтобы сделать... А как лихо Шендеровича сделали? Как, кстати, сделали Шендеровича? А как красиво Собчак замазали с денежкой, да? И вот, пожалуйста, теперь что-то там, православную церковь сначала подтянули, сказали, слушай, ну вот национальной идеи пока нет, давай вокруг веры, давай это наша национальная идея будет. Потому что православная церковь, она же подсознательно связывалась с периодом расцвета Руси, России, да? И потом ее, значит, большевики в 17 году растоптали, уничтожили, а вот сейчас такой ренессанс, да? И как только паства начала слушать, внимать и действительно делать, тут же уничтожили, понимаешь? Тут же запачкали, тут же все. Потому что сейчас даже из уст медийных, известных людей ты можешь в блогах, на форумах прочитать, что я верующий, я православный человек, но я не хочу ничего общего иметь вот с такой православной церковью, которая... Вот здесь я вижу evil ring, то, что называется порочный круг. Ведь царская Россия и времен Победоносцева, и уже до Победоносцева, это был неразрывный союз кесаря с духом. То есть император российский, это был помазанник Божий. Совершенно верно, да. И это шло в одной колее, они никогда не разногласили. Потом началось то, что мой товарищ в Полефортовской тюрьме священник Глеб Якунин называл чекизация церкви. Пошло, пошло.
кого постреляли, а в основном оставшиеся в живых и служащие иереи, они стали сотрудничать не просто с советской властью, а именно с ЧК, ОГПУ и КГБ. Потом уже это было доведено до отполированного уровня, когда председатель комитета по делам религии был просто сотрудником комитета, когда предыдущий патриарх имел агентурную кличку, извините за выражение, господа верующие, и так далее. И вот вместо того, чтобы сейчас со стороны церкви и со стороны Кремля, так сказать, показать, что этого больше нет, опять возникает союз, но не дореволюционный союз, а гибистский союз лидеров церкви с лидерами исполнительной власти. И вот это страшно. Понимаете? Они не смогли отказаться, поскольку Путин лично, все-таки фигура в глазах мирового сообщества, неразрывно связанная со словами КГБ, никуда мы от этого не денемся. Возможно, его преемник будет уже другим человеком. Ему не следовало с такой биографией крутиться вокруг церкви. Надо было это поручить Медведеву, я не знаю, Толстопятову, Зайцеву, кому угодно. Не может он это поручить, понимаешь? Потому что выстроенная вертикаль на сегодняшний день, она управляется ручным. Да, она ручное управление имеет. Все горизонтальные связи потеряны, их нет. А если мы вспомним новейшую советскую историю, да, вот сейчас, 90-е годы, вспомни, когда был призыв, эти все православные храмы, кого там брали? Беглых этих, извините, бордовые пиджаки туда пришли. И там просто, вот, так сказать, за денежки тебе, какой приход хочешь? Ну все, ты неприкосновенен, не посадят, понимаешь? Я это прекрасно знаю, потому что я общалась с этими епископами, да? И они мне это конкретно говорили, да? Что вот, ну, а кто же это поверит? А никто не поверит, вот и все. Страшно другое. Страшно, как только нация начинает объединяться, когда вот это становится не народной массой, не людской массой, а гражданами своей страны, как только какое-то самосознание появляется, сразу же вбивается клин. Вы посмотрите, самая обсуждаемая тема. То есть вот сейчас поляризация пошла опять общества. Каким образом? На одной стороне, значит, стоят эти православные христиане и говорят, что их надо уничтожить. И вот они настолько эмоционально увлекаются, что из их уст звучат речи, но не подобающие верующим, тем более православным христианам. Они же хотят просто сжечь на костре этих девушек. Да? И вторая крайность, когда говорит о том, что это просто инквизиция, это ренессанс 30-х годов, и девочки ни в чем не виноваты, и даже хулиганство там, ну что подумаешь, пришли они в храм и вот исполнили это все. Да, это вот такой у них панк-молебен, и ничего, их надо просто отпустить. Даже приходило в голову, так сказать, вполне логичное сравнение, что если бы, скажем, 50 лет назад, или даже, я не знаю, 40 лет назад, три комсомолки ворвались бы в российскую церковь, точно так же поставили там магнитофончики и стали на амвоне петь подмосковные вечера и выплясывать, поскольку тогда такие дикие пляски были запрещены исполнительной властью. Им бы выдали по путевке на курорт на юг Крыма, выдали бы каких-нибудь денежек, и газета «Известия» и «Комсомольская правда» написали бы о воинствующем атеизме, который присущ советским девушкам. Сейчас наоборот. Но не очень наоборот получается. И, понимаете, когда ты говоришь об оппозиции, я беседовал с разными лидерами в эфире, и самое большое конструктивное впечатление на меня произвели не либералы, а полуфашистская националистическая организация, с лидером которой я говорил, потому что у них есть четкий конкретный план, как они будут жить. Они тоже называют Путина врагом и казнокрадом, и человеком, который разрушил Россию, о которой они мечтают, а их Россия — это полуполицейское государство с сильной властью и так далее, и так далее. То есть все вот это самое, и очень верующие. Православное национальное движение в России все время потихонечку, возможно, умышленно снижается до уровня Союза Русского Народа, до полупогромных организаций, которые в случае чего возьмут, ну, не колья уже, и даже уже не автоматы Калашникова, а что-то такое и наведут порядок. Вот это нехорошо. Это нехорошо, это конечно. Нехорошо. Да вообще я хочу сказать, что Саш, вы же разговариваете с этими лидерами оппозиции, дайте им простую вообще идею, подкиньте. Хотите крестьянского бунта в России, хотите поменять это все? Две вещи необходимо сделать, очень простые. Бутылку водки сделать, как в Америке, $10, самую дешевую, а не 3, как сейчас. Да? Вареть начнут.
Подождите, вы еще хлеб поднимите до уровня $3 вместо одного. Ты сводишь все до уровня анекдотов, когда, а это, кстати, когда выходит на Красную площадь демонстрация с лозунгами «Мы хотим, чтобы нас пороли первыми». Угу. Друзья мои, сейчас мы прервемся на пару минут рекламной паузы, а потом продолжим нашу беседу с моим коллегой и журналистом Еленой Еланской. Надеюсь, что она не даст вам успокоиться. Оставайтесь с нами. Ноги требуют особого отношения. Обратитесь в офис специалиста высшей категории Эмилии Строговой. Серьезные проблемы требуют внимания серьезного специалиста. У нас всего две ноги на целую жизнь. Приходите к нам в офис. Мы о них позаботимся. У вас диабет? Вам просто необходимо ежедневно проверять уровень сахара в крови. Компания Applied Medicals имеет государственную лицензию на поставку всех необходимых вам приборов. Звоните по бесплатному телефону, и мы вам поможем. Документы мы заполним и напомним вам заказать новую партию. Доставка совершенно бесплатна к вашим дверям. Полностью покрывается Medicare и Medicaid. Звоните Applied Medicals прямо сейчас. Бога не гневи. Его голос хорошо знает и любит вся русскоязычная Америка. Наши паспорта. Его песни исполняют звезды российской эстрады. Тамара Гверцители, Алсу и многие другие. Самая красивая, самая желанная. Игорь Газарх представляет свой первый авторский альбом «Через 1000 лет». Женщина. Блестящий мелодичный микс современного эстрадного стиля и шансона. Проникновенные мелодии и душевная лирика не оставят вас равнодушными. Первый авторский альбом Игоря Газарха – идеальный выбор для ценителей музыки. Доставьте себе, вашим близким и друзьям незабываемое удовольствие. Заказывайте и приобретайте музыкальный компакт-диск Игоря Газарха. Не хочу слышать «нет», только «да». Боль в ногах, отеки, жжение, варикозные вены. Если вы не обратитесь в USA Vein Clinics вовремя, то возникнут осложнения. Тромбофлебит, трофические язвы, тромбоэмболия. Не ждите осложнений. USA Vein Clinics по всей стране помогли тысячам пациентов. Лечение покрывается Medicare и большинством страховок. Звоните 888-816-0614. Ваши ноги в надежных руках. Дневные центры для пожилых людей Sunrise и Lakeside – это удивительная программа с широким спектром медицинских услуг. 5 часов в день вами будет заниматься команда профессионалов, медиков и социальных работников. Двухразовое питание, реабилитационная терапия после различных заболеваний, культурно-массовые мероприятия. Здесь вы найдете друзей, укрепите здоровье и вернете радость жизни. Мы ждем вас! Ресторан «Сказка». Дни рождения, юбилеи, торжества, свадьбы и даже комната для жениха и невесты. Любой праздник, как в сказке. Вам запомнится этот вкусный, красивый и веселый вечер. И вновь захочется вернуться в сказку. Ресторан «Сказка». Теперь мы принимаем Medicaid. Если у вас диабет или заболевание щитовидной железы, доктор Шапира поможет вам предотвратить инфаркт, инсульт, почечные заболевания, боли в руках и ногах, прекратить уколы инсулина, сбросить лишний вес и прибавить энергию. Обретите контроль над своим здоровьем со специалистом высшей категории по диабету и щитовидной железе доктором Шапира. Теперь мы принимаем Medicaid. Итак, друзья мои, мы продолжаем программу «Контакты». Сегодня мы в контакте с моим коллегой, или, можно сказать, с моей коллегой. С моей лучше звучит. Журналистом Еленой Еланской. Елена, еще раз спасибо, что пришли к нам в студию. Еще раз, пожалуйста. Да. Тема сегодняшнего обсуждения, прозвучавший в прошлую пятницу, приговор Московского хамовнического суда в отношении 3 солисток группы, панк-группы Pussy Riot, Надежды Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самусевич, которым выписали по 2 года колонии общего режима за то, что они устроили в храме Христа Спасителя.
то песенку, которую они там спели или сделали вид, что спели, или попытались спеть, вы уже прослушали. Но в данном случае я хочу напомнить, что панк-группа Pussy Riot родилась не за день до выступления в Храме Христа Спасителя. И их репертуар состоит не только из песни «Богородица Путина, прогони». Вот, опять-таки, извинившись за употребление бранных слов, неформальной лексики в их песнях пока, к сожалению, или к радости, нету. У них есть такая замечательная песня, которую они тоже исполнили, и которая тоже звучит политическим протестом против существующего в России режима, с чем согласно все передовое человечество, а песня эта называется «Путин зассал» с двумя «с». К Кремлю идет восставшая колонна, в ФСБшных кабинетах взрываются окна, суки ссут за красными стенами, Riot объявляют аборт системе, атака на рассвете, не стану возражать, за нашу и вашу свободу хлыстом карать, Мадонна во славе научит драться, феминистка Магдалина пошла на демонстрации, бунт в России харизма протеста, бунт в России Путин зассал, путь в России мы существуем, бунт в России Riot. Выйди на улицу, живи на красной, покажи свободу гражданской злости, недовольство культурой, мужской истерии, дикий вождизм пожирает мозги, православная религия жесткого пениса, пациентам предлагается принять конформность, режим идет к цензуре сновидения, пришло время подрывного столкновения, наверное, сновидения. Стая сук сексистского режима просит прощения у феминистского клина. Как? Я никогда не была поклонницей творчества панк, поэтому даже вашим исполнением. Еще одна коротенькая песня, которую они исполнили, забравшись на крышу тюрьмы, а точнее спецприемника номер один, где тогда сидели арестованные после протестных движений, прошедших в начале декабря прошлого года, после выборов в Российскую Госдуму, которую сочли фальсифицированными. Итак, пусть спели. Веселая наука захвата площадей, воля к власти каждого без блядских вождей, прямое действие будущее человечества, ЛГБТ, феминистки, защити отечества, смерть тюрьме, свободу протесту, заставь ментов служить свободе, протесты ведут к хорошей погоде, оккупируй площадь, сделай мирный захват, отбери у всех ментов автомат, смерть тюрьме, свободу протесту, заполните город, все площади, улицы, их много в России, оставьте устриц, откройте все двери, снимите погоны, почувствуйте с нами запах свободы, смерть тюрьме, свободу протесту, всем привет, свободу политзаключенным. Замечательный выпад. В связи с этим, друзья мои, я хочу обратиться к еще одной статье Уголовного кодекса России. Аналогичное есть в американском уголовном кодексе. А называется это «Подстрекательство к массовым беспорядкам». Цитирую. «Грубое нарушение общественной безопасности, совершаемое большой группой людей, может совершаться в виде организации массовых беспорядков, участия в массовых беспорядках и в виде призывов к активному неподчинению законным требованиям представителей власти, а равно призывов к насилию над гражданами. Организация массовых беспорядков выражается в подстрекательстве к ним, а также в руководстве ими. Руководство массовыми беспорядками может быть не связано с непосредственным участием с ними. Призывом является публичное обращение к гражданам через средства массовой информации в устной форме перед толпой, путем распространения печатной продукции, листовок, плакатов и так далее, с целью вызвать активное противодействие законным требованиям представителей власти. Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам наказываются ограничением свободы на срок до 2 лет, либо арестом на срок от 2 до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет. Можем ли мы говорить о том, что в песенках, которые я только что прочитал, наличествует подстрекательство к массовым беспорядкам? Конечно, отбери у ментов автомат. Совершенно верно. Их можно было бы закрыть, как только они открыли рот в 2003 году. И не сделали это. Почему? Перед тем, как пойти и исполнить свой панк-марш. У меня вообще создается впечатление, что казачок засланный. Что это полицейская организация, так сказать, зубатовская. Я вам больше скажу. Сейчас в интернете появилась информация о том,
скажем так, я ее не проверяла, но у меня, я же говорила, что весь этот шум, бум, гам вызывает больше вопросов, нежели ответов. То есть с 2007 года госпожа Толоконникова, одна из осужденных, вместе со своим мужем была замечена активной участницей, когда там, помните, были беспорядки, бей ОМОН, давайте ментов, там, так вот, есть информация о том, что была дана отмашка полицейским не трогать эту читу, не надо трогать. И, значит, дядечки в пиджаках там сзади ходили, говорят, не надо трогать, оставьте их туда-сюда. Я никогда не забуду, я был года три назад в Москве в очередной раз, когда Триумфальная площадь, которую я зову площадью Маяковского, еще не была огорожена, как сейчас. И я жил в гостинице «Пекин», прямо там. И я возвращался уже где-то во втором часу ночи. И вся площадь вокруг памятника Маяковского была забита полупьяной молодежью, которая била бутылки, там, курила, чего-то горланила, хулиганила, магнитофоны, гитары. И я спросил у охранника гостиницы, а что это такое? Он говорит, неужели ты думаешь, что если бы это не было разрешено, то это было бы? Конечно. Их бы в один момент всех убрали. Совершенно верно. И вдогонку, да, вот сейчас выясняется, что торговый знак Pussy Riot был зарегистрирован аж в 2003 году. И господин Фейгин, один из адвокатов, кого-то не помню, там, ну, этих троих, и одной из трех, он является как раз представителем авторства вот этого знака торгового. То есть это спланированная акция. И вот, кстати, сказать о том, что сейчас происходит, что можно, что нельзя. Я помню, это был конец 90-х, начало 2000-х, наверное, когда вот эти олигархи, новые русские и так далее, рассвет и так далее, и так далее, беззаконие сплошное. Я помню, что как-то в коммерцию меня тут потянуло. И первое, кто ко мне пришел, это мальчики в спортивных костюмах, которые предложили мне крышу. Еще я не подала даже документы на регистрацию. Тонкие психологи. Конечно, они уже сказали, слушай, ну ты девушка, надо как-то поберечься. И я помню, было семейное торжество, и мой дальний родственник тогда... полковник, по-моему, органов, и я ему задаю вопрос, я говорю, слушай, дядя Валер, объясни мне, пожалуйста, вот творится такой беспредел, у вас КГБ, понимаешь, что лучшая в мире организация, вы что, не можете навести порядок? Меч. Конечно. Я говорю, вы не можете навести порядок? И гениальные слова он мне сказал, говорит, Лен, если будет приказ, два дня, ничего не будет. Что-то изменилось? Оно что, организация стала хуже? У них что, как бы, у них появился мощный административный ресурс? То есть дело господина Андропова живет и процветает. То, что вот, да, то, что мы сегодня имеем в России, это вот Юрию Владимировичу поклон, наверное, надо. Ну, возможно, это не так симплифицировано, как излагает госпожа Еланская. Но, в принципе, да, сермяжная правда в этом есть. Кое-что есть в этом. Сермяжная правда в этом есть. Мы говорим о подстрекательстве к массовым беспорядкам, которые можно было бы преследовать как уголовное преступление, как я уже сказал, по определенной статье номер 212 Уголовного кодекса России, но этого не делали, не сделали, хотя это прозвучало бы куда как весомее. Но я вспоминаю замечательные песни, в которых также содержались призывы к массовым беспорядкам. К оружию, граждане, вперед, плечо к плечу, идем, идем, пусть кровь нечистая бежит ручьем, дрожите, низкие тираны, для каждой стороны позор, предательские ваши планы, свой угадали приговор. Марсельеза, в переводе Николая Гумилева, между прочим. Далее. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой, чтобы вор вернул нам все, что взял он, чтобы дух тюрьмы навек пропал, ковать железо будем с жаром, пока горячий еще металл. Напившись крови до отвала, стервятник пьет и ворон сыт, добьемся, чтобы их не стало, и вновь мир солнца озарит. Знаете, что это такое? В жизни не поверите, это государственный гимн Советского Союза «Интернационал» с 22 по 44 год. И, наконец, Грошовянка в русском тексте Глеба Максимилиановича Крыжановского «Набой кровавый, святой и правый, марш, марш, вперед, рабочий народ, месть беспощадная всем супостатам, всем паразитам трудящихся масс, мщение и смерть всем царям-плутократам, близок победы торжественный час». То есть, слушайте, параллели, да, понятно. Историческое прошлое есть, так. Вот надо было им это исполнить. Я думаю, что даже это стало бы основанием для того, чтобы сказать, разжигание идет, девочки, надо вот посидеть. Кстати, о девочках.
как говорится, кстати, о птичках. Да. Мы только что, во всяком случае, я прочитал вам вот эти их песенки, из которых яствует, что это чистые хулиганки, которых нельзя на порог пускать в приличное общество, где на столе стоит фаршированная рыба или блины с черной икрой, в зависимости от вероисповедания хозяев. Но вот то, что сказали девочки в своем последнем слове перед приговором в хамовническом суде, делает из них чуть ли не магистров философии, какие там Путин зассал. Надежда Толоконникова в последнем слове. Человек – это существо, которое всегда ошибается, оно несовершенно. Оно всегда стремится к мудрости, но никогда ее не имеет. Именно поэтому родилась философия, именно поэтому философ – тот, кто стремится к мудрости, но никогда ей не обладает. Именно это заставило нас пойти в храм Христа Спасителя. И я полагаю, что христианство, как я его поняла, изучая Ветхий Завет и Новый Завет, поддерживает поиск истины и постоянное преодоление себя. Мы свободнее, чем все те люди, которые сидят напротив нас на стороне обвинения, потому что мы можем говорить все, что хотим, и говорим, а те люди, которые сидят там, говорят лишь то, что допускает политическая цензура. Они не могут произносить те строчки из нашего панк-молебна, которые касаются политической системы и так далее. Ну, у Самуцевича Алехина еще лучше, я тоже читала. Они поэтому... Она Введенского цитирует. Совершенно верно. Да. То есть девочки-то не крестьянки, безграмотные. Да, это, они не хулиганки с вокзалом. Да, и когда я, да, и когда я сопоставляю и смотрю, да, на них, то, что вот их, так сказать, творчество, и то, что они говорят, хорошие русские, логично все выстроено, да, цитаты, да. Все органично звучит. Когда человек владеет чем-то лучше остальных, все равно появляются некоторые черты снобизма у него. Вот ты никуда не денешься. И когда я вижу то, что им, так сказать, приписывают, да, то, что вот они исполнили, так сказать, панк-молебен, хотя как они в балаклавах были, как это можно было доказать, опять же, а, ну вот зачем же они лицо скрывали, да, ну как они могли идентифицировать эти личности? Ну, одно из них, кажется, философское образование. Да. Да, да, они сейчас уже, по-моему, получают второе высшее, вот там некоторые. То есть... Смотри, а может быть, ведь кто это называет панк, а до этого умники произносили в таких случаях слово китч. Угу. То есть, возможно, вот так сейчас идет общее, не то чтобы обнищание, возможно, это обогащение структур русской лексики вот всякими такими словечками, которые раньше стыдно было произнести за теми столами, о которых я упоминал. Сейчас и в книжках об этом, в западной литературе, во всяком случае в английской и американской, существует то же самое. Я уже не говорю про кинематограф, который сейчас просто полыхает матом, словечками на четыре буквы. Считалось эпатажем, когда интеллигентнейший человек, написавший «Тропик рака», «Тропик козерога» и так далее, вдруг начинает материться на, и вводит какие-то сцены, которые в классической американской литературе тоже совсем не были приемлемы. В русской литературе сейчас это сплошь и рядом. Может, это как раз проявление вот этой общей тенденции, а никакой не вызов Путину. Вы знаете, мне как кажется, все-таки я, да, сказала уже, наверное, но повторю, что для меня это все засланные казачки, конечно, да, однозначно. Теория заговора или разумное заключение? Не еще раз. Теория заговора. Мы сейчас, когда обсуждаем любое явление, которое вызывает интерес, мы его анализируем с разных сторон, с академической позиции, и параллельно идет теория заговора. Ну, я люблю заговоры, наверное, давайте я на этом это, так сказать, неожиданное какое-то, экстремальное и самое простое, что бросается в глаза. Кто разрушил башню два небоскреба-близнецов? Сама Америка, Центральное разведывательное управление, теория заговора. Да. Почему самолет, который влетел в здание Пентагона, пробил дырку без учета того, что у него есть крылья? Вот дырка есть, а разрушения от крыльев нету. Вот действительно. Это бьет по мозгам страшно. Значит, был не самолет, значит, была ракета, у которой крыльев нет. Вот, понимаете, есть о чем подумать, есть о чем поговорить. Так вот, возвращаясь к этой девочке. Ведь мониторинг общественного мнения замеряется ежедневно, ежесекундно, и в России в частности, да, по всему миру это происходит. То, что молодежь сегодня взрывоопасна в России, а ты однозначно. И как раз запустили этот проект вот с этими текстами песен, вот с этим всем, чтобы как раз как магнитом, вот как светлячков на огонь,
так сказать, притянуть, я не знаю, выявить, вот как это хорошо по-русски-то звучит, экстремально настроенную молодежь, экстремистски настроенную молодежь, понимаешь? То есть вот так вот, на живца. Поэтому и текстовка такая. То есть, потому что, я говорил, мне так кажется. Я говорил о том, что дамочек из Pussy Riot впору было бы привлечь к ответственности за подстрекательство к массовым беспорядкам. Статья ответственности, за которой предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет, дали бы им те же 2, и все бы были сыты и довольны. Но не все так просто. Подстрекательство к массовым беспорядкам должно быть конкретным. Это я консультировался с юристами. То есть, если вы выйдете на улицу и будете кричать «смерть тиранам», это не подстрекательство к массовым беспорядкам, потому что вы призываете, так сказать, к абстрактной мести тиранов. Когда вы говорите «бей ментов», как у нас в Америке бы это квалифицировали, вот если бы вы сказали «бей мента Джонсона и Хаймовича», это было бы подстрекательство к конкретным беспорядкам. В августе 1991 года, я не знаю, Лена, знаешь ли ты об этом, у нас был в Бруклине еврейский погром, который был инициирован группой афроамериканцев. Началось с того, что машина покойного Любавического Рэбби задавила черного мальчика, собралась толпа, появился некий человек, которого звали Чарльз Прайс, который стал призывать бить евреев за то, что вот евреи только что задавили мальчика и уехали. Приехала скорая помощь еврейская, и первая забрала водителя машины, а не мальчика. Толпа пошла по улицам, наши зрители это хорошо помнят и знают, стала переворачивать, в еврейском районе, стала переворачивать машины, бить витрины. По дороге им попался приехавший из Австралии студент ешивы Янкель Розенбаем, его зарезали, Нельсон Лемрик, молодой афроамериканец. А призывал к всему этому Чарли Прайс, которого и судили за instigation, за подстрекательство к массовым беспорядкам. Знаешь, сколько ему дали? Сначала 20 лет, потом апелляция отменила этот приговор по-другому, но он получил 8,5 лет, которые отсидел уже 10, вернее. Он получил 10, из которых отсидел 8,5. Это вам не 2 и не 3. Поэтому, если бы что-то подобное происходило в Соединенных Штатах Америки, я не уверен, что виновные отделались бы вот этим самым приговором хамовнического суда. Но это уже, так сказать, юридическая оценка, и Америка это не Россия, и hate crimes, которые у нас происходят, не являются самостоятельным преступлением. Это отягчающее обстоятельство совершенного уголовного преступления. Но мы все-таки вернемся к России, ситуации, в которой Лене Еланской знакома гораздо лучше, чем мне. Ты считаешь, как, исходя из вышесказанного, что практически все это происходило под неусыпным контролем властей, и не произошло бы ничего подобного, если бы властям это не было нужно. Как это соразмерять с общим мнением Запада, что Путин сам себе выкопал яму, сам в нее упал, безнадежно уронил свой авторитет, который, как мы с тобой согласились, ему абсолютно не нужен в глазах общественного мнения, потому что они класть хотели. Да, они это и делают. Да, да. Вот. Но откуда это заблуждение Запада? Знаешь, как отреагировал корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Эндрю Рот на приговор? Он вышел из здания хамовнического суда и без малейшего американского акцента матерно выругался. Молодец. Овладел русским. И всех восхитило то, что он сделал это без малейшего акцента. Все понятно. Вот это адекватная реакция. Я думаю, что, как вам сказать, я повторюсь, наверное, и скажу, что я, конечно, аплодирую режиссеру этого шоу, потому что на моей памяти это первый раз скормили вот такую дезу, многоходовку такую придумали, эту конфетку подсунули Западу, и она его с удовольствием съела. Не слишком ли ты хорошего мнения о режиссере? Нет, надо недооценивать, потому что команда, которая, так сказать, обслуживает эту власть, грамотные работает. Люди. Слушайте, у них хорошая школа, а какое образование? Поэтому не надо недооценивать. И поэтому, мне кажется, у них все получилось и получается. Сейчас будет вторая часть «Марлезонского балета». Буквально вчера
правозащитные организации всех мастей начинают подниматься, то, что и хотят, да? То есть сейчас будут выделяться гранты. Начинается Amnesty International. Совершенно верно. То есть сейчас, по всей видимости, правозащитники планеты Земля начнут объединяться и сказать, дайте нам этих девушек на поруки, отпустите их, как политических бежит. Будут выделять гранты. То есть девочки обеспечили себе будущее. Вот и все. Так что... То есть девушки в нынешней России обеспечивают себе будущее двумя путями. Одни это делают, как Аня Чапман. Но она обеспечивает авторы себе в Америке все-таки. Да, нет, да. В России авторы минусом. Да, в России это можно делать, когда тебе 20 лет, тогда можно попытаться таким образом. Потом, извините, уже не работает. Вообще бабий бунт наблюдается в России в последнее время, потому что мужикам, наверное, некогда, а вот женщины что-то хотят. Активизация женщин, участвующих в политике, ну разве этого не было? Когда? Да и при советской власти. А в советской власти что? Кто там? Кто там? Ну, ты обрати внимание, что, кстати, если ты уже коснулась событий до 17-го года, то основные участницы бабского бунта в царской России это были анархистки и террористки. Правильно. Видите, как их опять использовали в темную? Потому что мы внушаемы, потому что мы верим в добро и справедливость, потому что мы хотим светлого Засулич, будущего. Спиридонова. Да, видите, сколько женщин на алтарь свободы положено. И сейчас, вот сейчас опять Чирикова, по-моему, да, выдвинулась в Химки на мэра. Ну, этого, я рассказываю я просто. А чем ты объясняешь уже, как мать и женщина, что именно женщин толкают на радикальную оппозицию существующим режимам? А потому что иначе никак. Ну, вот посмотрите. Ну, можно статьи писать, можно уехать в Женеву. А, это мальчики эстетствуют, понимаешь? Это вот мальчики. Это мальчики эстетствуют. Ну, потому что что-то боятся. Ген страха, видимо, так сказать, вот надо выкорчевывать. Можно ли тогда сказать, мы начали с определения феминизма. Можно ли сказать, что феминистское движение, оно не просто ставит женщину на один уровень с мужчиной, оно ставит женщину на голову выше мужчин. То есть, если Кирхен, Киндеркюхен, значит, кухня, да, это 3К для женщины, они говорят, вот пусть Кирхен, Киндер и Кюхен будет заниматься мужчина, пусть он будет сидеть у компьютера, а я обвяжусь поясом шахидки и пойду в метро. Я бы не стала вот говорить о том, что феминизм в России победил. Такого не было, не будет в ближайшее время. Не дадут. Не дадут. Потому что я еще, так сказать, в 90-е годы спрашивала своих телезрителей, радиослушателей, я говорила, что вот объясните мне этот феномен, вот этот парадокс, когда 70% активно голосующих в России людей это женщины, почему у нас до сих пор нет женщины-президента? Хотя на выборы ходят бабушки, женщины, девочки. Мужики опять там, у них свои дела, они переделывают что-то другое. Они эстетствуют, да? Самым умным ответом на твой вопрос, что было? Угу. Где? Вот когда ты спрашивала, почему нет женщин? Ответа не было. Они начинали умничать. Я сама себе ответила. Мне показалось очень умно. Я могу ответить, друзья мои, поскольку наше время истекает, можно ответить только, опять-таки, цитатой из Александра Сергеевича Пушкина, по-моему, из Бориса Годунова, когда говорит, слышишь, как народ безмолвствует. Можно ли считать вот эту пассивность русского электората нерешительностью или нежеланием отвечать на такие вопросы? А у электората нет возможности отвечать. Как только электорат хочет что-то сказать, ему так сразу бум, чтобы у тебя даже мысли не было, что против Федора писать можно. Ну же, друзья мои, вот на таком ключе я и закончу сегодняшнюю беседу с Еленой Еланской. И благодарю ее за участие в сегодняшней передаче. Надеюсь, что вы получили удовлетворение. И если у вас возникали какие-то вопросы, то Лена на них ответила. А мы с ней прощаемся с вами. До следующей встречи в эфире. Всего хорошего. З 96-го року Ігор Коробчинський завершив кар'єру спортсмена. Але залишити улюблений вид спорту не зміг. Не всі спортсмени великі, виходить, досягають і знаходять себе в тренерській роботі. Я вважаю, що він знайшов себе. Ми тренувалися з молодіжною командою під руководством Ніколая Ефімовича Андріана. Дуже великий спортсмен,
И вот, как ни странно, тоже великий тренер получился. Через ее руки прошли многие спортсмены Советского Союза, которые достигли блестящих результатов. И вот Игорь брал с него пример, как со спортсмена, и кое-чему научился у меня, как у тренера.